все там, давай Вова нам поможет. Ух ты, что там? Какой там тест у пластилина такой? Мягкий. Да, туда мы сейчас будем класть тест пластилин. Сюда кладем его. Восьминожку кладем. Еще можно положить побольше клади. Прям до конца клади. Да что ты говоришь? А что потом будет осьминожка делать? А свои ножки. Да, теперь закрываем. Что это такое? Ух ты, лезет, смотри, щупальцы. Еще давай, быстрее, быстрее, быстрее. Не полезу, полезу, полезу. Это бабочка. А потом вот так, опа, и лепить можно, да? Опа. Опа, опа. Откручиваем. Так. И все, и все вытаскивай отсюда. Обязательно вытащи. И надо вот так еще крутить вниз. А потом вниз обратно. Обязательно надо вытащить, иначе засохнет и будет работать. Обязательно. Пока она просто сейчас легко вытаскивает. Вот. А ты что делаешь? Готовишь? Пиццу готовишь? Круто, молодец. Видела, у тебя вот такая теперь есть. Резала как вот так тебя. Видишь? Можно резать вот такую штучку. Да. И так можно резать. Да, вот так ты умеешь резать. Умничка, молодец. Отбивай, да? А еще у нас есть что? Покажи, Вов, что это? Черепашка, да? Черепашка. Потом мы вот это лишнее убираем. Получается черепашка. У меня получается. Да, такая вот классная игрушка. Черепашка. Вот черепашка с глазками. Блин, он что делает? Макарошки, да? Нет, это моя. У кого? Акула. Да, а покажи, что там за формочка. Акула. Это рыбка вот такая классная. Это околоний. Угу. А потом, если их на ночь оставить, они застынут и будут фигурки. Потом ими можно играть. Да, что там сундук у тебя с сокровищами? Да. Вы тоже можно положить, закрыть, и что-то получится, да? Надо побольше туда положить, побольше. Вот, смотри, еще на картинке. Это туда вот еще можно камушки внизу складывать. Там, еще внизу есть кристаллики там. Лей, смотри, можно туда камушки сделать, сложить и положить камушки. Сама вот так вот скрути, вот так бери и вот так делай камушки вот так. А потом клади. И таких разноцветных много клади. Да, какая рыбка получилась. Рыбка? Угу. Что у тебя все желтое, Вов? Давай какую-нибудь уже другую. Лука. Не до конца ее открыла. Лука. Давайте вот сюда положим другой цвет. Давайте. Зеленый, зеленый. Да, вот сюда клади другой цвет. Зеленый. Держи. Давай вот этот сиреневый. Давай. Нет, давайте зеленый. Давай зеленый. Главное, чтобы его видно было. Что ты там уже сделала? Еще что-то? Нет? Надо еще сделать. На. Вот так крути, крути, крути. И что получится? И все, камушек, да? Да. А смотри, знаешь, как мы можем, смотри, сердечко сделать? Так перевернуть. Вот сюда положить. Да, Лея? Да. Смотри сейчас, что получится. Вот и получится. Смотри, получилось сердечко. Смотри. Вот эти штучки мы теперь убираем. Получается, меня
Ух ты, как умеешь круто сделать. Ух ты, молодец. Покажи, какой у тебя кружок. Вау, круто. А Вова тут что делает? А Вова тут нам сейчас зеленые щупальца сделает. Лесь, смотри. Все, Вов, уже можно скрывать. Ты пиратка? Да. Ты пиратка в подводном море, да? Нет, а я Чика. Кто ты? Чика. Ты Чика? Чика. Я такую Чику не видела. Я Чика монстр. Давайте смотреть, что у Вовы будет. Чика это монстр такой. Смотри, смотри, Лея, скорее. Смотри, какие крутые щупальца. Они еще и закручиваются. Смотри. Все, это до конца, значит. Опа, и какие макароны. О, макарена. А какие? Прикольные. А какие? А какие? А какие? А какие? Слушай, клевая штука. Опа. Что у нас тут еще есть? Есть вот такая вот штука, которая вот так вот ей вот так делаешь. А, я понял. Надо досочку перевернуть. Я хочу. О, давай не желтый, давай вот этот. А то не видно просто на видео. Получается такая фигурка классная из этого малыша. Смотри. Тут можно еще морского конька сделать, звездочку, Лея. Смотри. Да, правильно, он там лежал, умничка. А еще смотри, кто. Морской конек получился. Смотри, какой красивый. Осталось кот. Это кто получился? Звездочка? А, это черепашку прилепила? Да. Круто. Вова, ну у тебя что? Он дух сокровищами. Круто. И у тебя круто, да. Красотулька. Ой, красотулька. Красотулька. Елочка, да, красивая? Да. И тебя люблю. Любите ли вы эту игру играть? Обмою поиграть. Да? Лея у нас обожает лепить и Вова, да? Классная игра. Главное, что полезно, развивает моторику. Еще покажи. Покажи, как его можно делать. Моторику. Ножницы, еще и крабики. Чик-чик-чик. Давай покажем, как можно ножничками сделать. На. Вот, на, держи. Вот. Давай. Оп. Молодец. Котятулик. Котятулик. Дай еще. Давай вот так ее сделаем. Вот так. Оп. Чик. Вон, ну у Вовки надо отрезать как раз. Макарошки. Кто у тебя там? У тебя там ракушка, Вов. Класс, мы ее еще не делали. Покажи. А, черепашка. Черепашка была в ракушке. Да еще. Опа. Ну, этим мы в том видео делали. Банан можно делать, лайм, все остальное. И самое прикольное, то, что он очень мягкий, вообще такой, он очень вкусно пахнет. У меня как булочка какая-то, да? Как кексик. Его прям хочется съесть. И
Держи, Илья, давай. Смотри, мама, этот соленый. Прям сидишь. Мама, этот соленый. Ты еще и на вкус пробовал, с ума сошел. Вообще-то это и есть, Вов, тесто пластилин. Это из теста. Поэтому он безопасен. Давай. Ножничками. Чик-чик-чик. Из соленого теста. Ну, добавили туда, да. Но очень соленого. Это? Да, вот так. Очень соленого. Ну, чтобы микробы не попали на ручки. Соль же микробы убивает.